Привет, друзья! Суббота, утро. Проснулся сегодня в 9:45, до 2 часов ночи вчера смотрел кино про Афган, поэтому так поздно. Ну, выбежал из дома, вышел на пробежку где-то 10:55, с утра 40 минут смотрел интернеты. Вот я теперь смотрю их только по утрам, самое идеальное время. О, я забыл даже аффирмацию сделать сегодня. Ай-яй-яй, какой нехороший. Вот, и что хочу сказать по пробежке. Пытался собраться дождик, но так и не собрался. Я бегал в УЗ, уже второй раз бегал в УЗ УВД Балашихинского. Как раз мимо меня рассекала полицейская машина, но ничего не сказали. И я такой спокойно прошел рядом с ней, не обратив на нее внимания. Вот. Делал 4 ускорения, как обычно. Там, не знаю, по 3 минуты. Наверное, вообще быстро идет, когда ускоряешься. Может, меньше. Да, даже меньше, наверное, минута там ускорения. Вот. Погода шепчет. Людей много на улице. Все гуляют, катаются на великах. Это радует. Маски особо никто не носит, эти намордники. На свежем воздухе. Жизнь возвращается в кучу. Ура!